Вместе с тем, энергоснабжение в заречных районах республики полностью восстановлено. Аварийные бригады Якутскэнерго завершили работы на линии электропередач Табага-Чурапча. Таким образом, энергоснабжение Мегина, Кангаласского, Хангаласского, Амгинского, Усьмайского, Усялданского, Чурапчинского, Татинского и Тампонского районов переведено на постоянную схему. Дизельные электростанции, обеспечивавшие электроэнергией потребителей в период производства работ, выведены в резерв. Персонал центральных электрических сетей, Майнского ОРС и персонал двух подрядных организаций. С самого утра и до позднего вечера ежедневно вот все это время проводили работы. Вчера, 28 числа, согласно графика, в 20:46 был закрыт последний наряд и в 22:29 линия 115 была введена в работу с последующим набором нагрузки на Якутскую ГРЭС.